Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с удивительным прекрасным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Ваша мудрость – это охрана семейного очага, терпение, преодоление всех трудностей. С вашей добротой и заботой связано воспитание детей и внуков, а с нежностью и красотой – бесконечная любовь. Благодаря вам совершаются подвиги и продолжается жизнь. В хрупкости и слабости ваша сила. Вы вносите в этот мир спокойствие и гармонию, украшаете жизнь сиянием ваших глаз и очаровательных улыбок. Желаю вам красоты, благополучия и счастья. Любите и будьте всегда любимыми. С праздником! Дорогие женщины, от всех мужчин Смоленской АЭС и себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 марта. Говорят, что все лучшее в мире от женщин, и это действительно так. Своей любовью и теплотой вы щедро одариваете близких людей, даете новые силы, помогаете стать лучше, добрее, увереннее в себе. В коллективе Смоленской АЭС вы наша гордость. Ни одно направление работы не обходится без вашего деятельного участия, будь то производство, ремонт или управление. Вас отличает добросовестное и ответственное отношение к любому делу. Желаю вам счастья, здоровья, любви, осуществления всех жизненных планов. Пусть каждый ваш день будет светлым и солнечным, дарит радость творческого вдохновения. Пусть рядом с вами будут надежные и любящие вас мужчины. Прекрасного вам весеннего настроения! Разрешите в эти весенние дни от всей души поздравить вас с праздником весны, с вашим днем, Международным женским днем 8 марта. С праздником вас, дорогие женщины!